Всем привет! Сегодня будет видеоразбор на башкирскую плясовую. Сначала сыграли, потом будем разбирать. Ну, у меня гармошка турская, хромка. Двухрядная. У вас у всех разные гармошки. У кого-то другая гармошка, у кого-то там не до диез мажор, как у меня, а там фа мажор еще не. Еще другие могут быть. Ну, я беру, как получается, давайте сделаем, что это песня в до мажоре, чтобы было всем удобно. Вот. И начнем сначала правой рукой. Начинается с нотки до. Я его беру третьим пальцем. До у меня находится снизу четвертая кнопка. Вот. Третьим пальцем нотка до, и вторым пальцем нотку ре я беру. Такие движения, такие получаются ходы. До, ре, до, до, ре, до. Дальше берем нотку ля. Ля находится над ноткой до. Вот такие у нас получаются ноты. Ля, до, ля. Мы берем ля вторым пальцем, до третьим. И потом переносим второй палец на третий. Чтобы удобно было потом взять нотку соль. Еще раз показываю с самого начала. Дальше. Ну, вот нотка соль находится вот в этом первом ряду. Она чуть выше нотки ля на две кнопки получается. Вторым пальцем беру нотку ля. То есть нотка соль, извините. Нотка соль. Нотка соль идет потом третьим пальцем обратно нотку ля беру. И обратно нотка соль. То есть вот такой мотив. Еще раз сначала показываю. Потом, после этого мы берем нотку фа. Фа находится над ноткой ля. Фа, потом соль и обратно фа. Потом вот фа, соль, фа. И вот этот палец второй, он идет на в нотку ре. То есть вот такой ход. Это у нас 16-е, будут играться быстро, но сначала нужно играть его медленно. И в конце мы берем первым пальцем нотку до уже первой октавы. Три раза. Это у нас первая половина. Еще раз показываю с самого начала. Давайте левую руку сразу посмотрим. Тут мы берем два раза нотку, то есть до мажор.
До мажор находится вот третья кнопка сверху, снизу. Бас и аккорд. Два раза играем. Потом спускаемся на фа мажор два раза. Потом поднимаемся на соль мажор. Соль мажор находится над ноткой до. И до мажор два раза. Еще раз показываю с правой рукой. Как соединять? Когда мы берем нотку до ре, в басу берем бас. То есть мы его тянем. Тянем, а тут мы играем. И когда мы обратно берем нотку до, мы берем в левой руке аккорд. Показываю еще раз. Еще раз. Это делается два раза еще раз. Вот, потом, когда мы спускаемся на фа мажор, мы тут берем нотку ля. Также, когда мы берем до ля до, в левой руке мы берем бас. Когда мы уже берем за вторым разом нотку ля, в левой руке мы берем аккорд. Такой получается мотив. Вот она. Здесь показываю еще раз в левой руке. Потом мы тянем нотку ля. Когда мы тянем нотку ля, в левой руке мы играем бас-аккорд. Дальше поднимаемся на соль мажор. Тут мы берем соль. Соля, соль. Когда мы берем две ноты соля, в левой руке мы тянем бас. Тянем бас. И когда мы берем обратно соль, в левой руке мы тянем аккорд. Показываю еще раз. Дальше. Тут 16-е пошли. 4 шестнадцатых, они ровные все, 4. Фа, соль, фа, ре. То есть на фа, соль берем бас. На фа, ре берем аккорд. Тут у нас соль мажор, да, остается. Фа, соль, фа, ре. И до мажор. На первый до, вот тут мы берем нотку до, на первый до бас, на второй до аккорд, на третий до мы тянем, третий до. Еще раз показываю, с самого начала двумя руками, первая половина. Левую руку показываю. Вот, это у нас первая половина. Дальше идет вторая половина. Вот мы закончили первую половину на нотке до. Дальше третьим пальцем берем ре. Вторым пальцем нотку ми. Обратно ре. Потом си. То есть, извините, ре, ми, ре, до. Получается ре, ми, ре, до, ля, ля.
Надеюсь, понятно, да? Ре, ми, ре, до, ля, ля. Дальше идет до, ля, до, ре. Фа, фа. Это у нас 16-е. Быстро сразу не играть. Сначала играть очень медленно. Когда мы берем фа, фа играется два раза. За первым разом я беру мизинцем, за вторым разом беру третьим пальцем, чтобы было потом удобнее перейти. Дальше идет соль вторым пальцем, потом ля третьим и играю фа, соль. Фа, ре, до, до, до. Вот это вся вторая половина. То есть мы до конца разобрали правой рукой. Еще раз показываю. Ре, ми, ре, до, ля, ля. До, ля, до, ре, фа, фа. Соль, ля. Фа, соль, фа. В левой руке мы закончили вот первую половину до мажоре, потом вторая половина начинается с ре минора. Ре минор находится вот в среднем ряду, здесь она в самом низу находится, вот ре минор, бас-аккорд. Играем два раза. Здесь на ре ми играем бас. На ре, до, аккорд. Потом ля. На первое ля бас берем. На второе ля аккорд. Показываю левую руку. Дальше. Тут остается ре минор. Мы дальше играем. До, ля, до, ре, фа, фа. На до, ля. Берем аккорд. На до, ре. То есть на до, ля. Берем бас. На до, ре. Аккорд. Потом на первый фа бас. На второй фа аккорд. Показываю еще раз. Левую руку. Тут у нас ре минор пока остается. На ре ми берем бас. На ре до аккорд. На первый ля бас. На второй ля аккорд. Дальше на до ля берем бас. На до ре берем аккорд. На первый фа бас. На второй фа аккорд. Дальше мы прыгаем на соль мажор. Два раза. Соль мажор находится над ноткой до мажора. Тут мы берем соль, на соль берем бас, на ля берем аккорд. Дальше соль мажор у нас остается вот наверху. Тут берем фа соль, на фа соль берем бас, на фа ре берем аккорд. Показываю еще раз левую руку. И в конце спускаемся на до мажор два раза. Тут мы берем три раза до. На первый до бас, на второй до аккорд и на третий до бас аккорд. Показываю еще раз левую руку. Ну, вся песня. Так что давайте учитесь играть на гармошке. Это нужно. Все равно для души. Без этого
сложная жизнь, так что учитесь, играйте, дерзайте. Всем хорошего дня, счастливо, пока.